Успели закончить до первого сильного снегопада. В Ярославле на улице Добрынина завершился ремонт кровли. Дом 24А был добавлен в программу капремонта в срочном порядке. Износ крыши был колоссальным, и к зимнему периоду она просто была не готова. Подрядчик вышел на объект в сентябре и успел сдать его в срок. Обновление крыши обошлось более чем в 4 миллиона рублей, при этом жители смогли собрать более 600 тысяч. Несмотря на то, что согласно действующему закону максимальный взнос должен ежегодно индексироваться, в Ярославской области он не повышался с 2015 года. За ходом выполняемых работ на всех этапах следит экспертная комиссия. Особое внимание уделяют качеству. Шифера практически не было. Весь был в дырах. Как бы. Очень, да, плохое состояние было. Ну, сейчас как бы все сделали, все красиво, все хорошо. Была проведена ремонт кровли. Был заменен шифер на профлист. Было проведено утепление чердачного перекрытия. Усиление стропильной системы и установка новой водосточной системы.